currently raining here in the Ardennes countryside. Spa, of course, is in for... We're going to have some... We've arrived in Belgium for the next installment on the Formula One calendar. It'll come as no surprise to many. Продолжим. Я решил пропустить. Spa, of course, is infamous for its unpredictable weather patterns. And I tell you what, Anthony Davidson, I think we're going to have some fairly anxious drivers in the cars today, as the conditions have not been kind at all for today's session. Well, sat in the garage, maybe, I suppose. I mean, you'd always rather a nice dry circuit to run on. But as soon as you venture out onto the track, then any lingering nerves get left behind. The moment you start to become anxious in these cars, you tend to tighten up and become too digital in your inputs. This can not only cost you lap time, but also, if you're unlucky, send you on a one-way trip to the wall. Ну, в общем, кратенько расскажу, что было. Если интересно, и только критические, да? Да, только критические участки, да. Хорошо. Это нормально. В общем, я остался в Торо Россо. Как вы знаете, в Формуле 1 контракты предлагаются каждые 4 гонки. То есть, прошли 4 гонки, вам предложат контракт. В зависимости от того, как вы выступали. Хорошо, значит, дадут больше бонусов. Плохо, значит, уменьшат или вообще выгонят. Так вот, я все-таки решил остаться, хотя мог перейти в Red Bull, куда стремлюсь, но решил остаться, потому что там репутация моя пока очень низка. У Торо Россо она просто гигантская. Вот у Торо Россо гигантская. Она почти доросла до конца, до предела. И, в принципе, это меня устраивает. С другой стороны, я пока не решил, буду ли я переходить в Red Bull, что хочется сделать. Либо я останусь в Торо Россо и просто вытащу эту машину на четвертое или даже третье, или там чуть даже выше, если получится. Но Торо Россо в списке лидеров — это нелепость, на мой взгляд. Она же предназначена для воспитания молодых, поэтому больших ресурсов для команды не требуется. По этой причине я не вижу смысла вытаскивать машину на третье место, допустим, обгоняя Red Bull. Вот на четвертое мог бы вытащить. Но в начале сезона у меня была вообще идея не трогать Торо Россо, чтобы она ушла по запчастям вниз, а я просто, показывая хорошие результаты, ушел куда-нибудь в Red Bull. Но оказалось, что на повышенной сложности бодаться даже с улучшением болида, с ботами, очень тяжело. Следовательно, приходится вкладывать ресурсы в машину. И я же не Вильямс, который... Как идиоты, два года вообще ничего не вкладывали в машину. В прошлом году и позапрошлом. И вот, пожалуйста, они получили. А Макларен начал вкладывать, но, видимо, поздно спохватились. К сожалению. Рено, например, постоянно на этом уровне плавал.
и по этой причине у Рено более-менее хорошая ситуация. А вот Макларен и Вильямс. Вильямс совсем умирает или умрет, наверное. А у Макларена еще более-менее ресурс есть, ну плюс репутация. А за Вильямсом пока вообще ничего нет, кроме имени и титулов. Но титулы были черти когда, даже у Макларена титулы были недавно. Вот. В общем, я не стал вкладывать... Я не буду вкладывать в Торо Россо большие ресурсы, чтобы не быть в лидерах. Либо я просто перейду в Red Bull, ну, либо перейду в какую-нибудь команду, которая будет как бы претендовать на чемпионство. Вот. Но, опять же, это последний год, последний даже месяц для этой игры. Значит, 10 июля выходит Формула 2020. И я, скорее всего, с этого чемпионата плавно перейду в 2020. Там я этот чемпионат добью. Там Юровипс, в общем, закончит карьеру за Red Bull. Ну и потом какую-нибудь новую команду создам. А сейчас, в общем, Венгрию я пропустил. Я очень не люблю эту трассу. Она классная. Она интересная, но сама по себе эта трасса мне неприятна. Так что пока Торо Россо. Ну, в общем, пока дождик, я могу немножко отвлечься. Не поеду я в дождь. Вроде в гонке дождь не обещают и в квалификации. Ну, в квалификации там есть дождик. Вообще, Спа сумасшедшая трасса, вообще как территория бельгийская. Потому как, если вы помнить, если вы смотрели Спа 24 в прошлом году в категории GT3, то на первом круге, за первый круг погода поменялась моментально. А потом через еще пару кругов она вообще изменилась. И еще через несколько кругов она стала сухой. А пошел дождь. Вот такое сумасшествие возможно. Вот это Спа, вот это вот называется страна, которая граничит с водичкой. Северная страна. Ну, не Северная Европа, но на севере континентальной Европы, если я не ошибаюсь. А, да, настроек нет. Да, короче, дождь будет. Всю практику. Шикарно. Как я понял, разработчики немножко изменили игрушку. Они сделали так, что так как нельзя убрать дождь, как опцию, да, в карьере, они дождь пихают в свободные заезды. И в итоге в квалификации или в гонке дождя практически нет. Но я надеюсь, что они так сделали наконец-то. Потому что
ехать, ладно, там 50%, и то многие же не едут 50%. Обычные люди едут 5 кругов или 25%. Вот. 50% это уже для многих далеко. Это сложно. Это нужно 50 минут угробить своей жизни. А 100% это вообще единицы ездят. Всякие задроты типа меня. Вот. Поэтому, видимо, решили подкрутить дождик, убрав его в свободные заезды. А еще я бы, знаете, что изменил? Мы как-то в онлайн катались, и чтобы не убирать дождь полностью, мы ставили в начале сухую погоду, в середине неизвестность, то есть вопросительный знак ставили, и третий сегмент гонки тоже сухая погода. Таким образом, ну там мы чередовали солнце или просто облачность, но в середине неизвестно, то есть может пойти дождь. И да, иногда шел дождь, но это интересно. Ты выезжаешь на сухую трассу, потом, допустим, начинается ливень, и тебе нужно что-то делать. То есть много опций в этой ситуации. Можно, например, поставить красный, потом снова поставить красный. Таким образом, ты отрываешься от соперников и доезжаешь до середины гонки, там ты меняешься на дождевые, и уже едешь либо до конца, либо с паузой на еще один пит-стоп, если ты оторвался от кого-то. Это интересно. А если просто сухо ставить, ну, будет сухая гонка, никакого разнообразия. Если ставить неизвестность, то, поверьте, при дожде тут кататься невозможно. Если в других симуляторах это приемлемо, то тут дождь – это пытка. Вот. Ну, то есть, в других симуляторах ты можешь, тебе даже интересно ехать в дождь. Я помню, как-то ставил все случайно и ехал Endurance, то есть гонку на выносливость. И это было очень интересно. Но ты должен хотя бы на уровне соперников ехать. Тут это не получится у нас. Если высокий уровень, они улетают. Если уровень такой же, как у вас, они все равно могут улететь. Вот в этом беда. Так что это нужно опции выкручивать вниз, а это как бы читерство, это поддавки, оно неинтересно. Такс. Ну, так что я пропущу, получается, весь сегмент. А что у меня там за улучшения пришли? А, настройки, да, настройки, настроечки родные. Текс, настроечки родные. Погнали. F1 2019 спа сетап, не спа, просто спа. Текс, где 41.1, 41.7. Дэвид Теница. Интересно, он рассказывает только хоть что-то. Thank you.
Вот и быстренько. Дэвида Тенниси. Чё? Чё ты? Где ты нажал на тормоз? Скажи мне. На последний. Нет, вроде на соточке. Ну-ка еще раз. Да, на соточке все-таки. Да. Ага. Офигеть. Неплохо. Неплохо. Хорошо, точно. Но мы возьмем нашего паренька.
Let's update the setup.
Такс, ладно, поехали, хватит глупостями заниматься. It's time to remind ourselves of our top three. Хуа. Хуа. Такс. Первый сегмент пропустил, второй, третий, едем. Едем долго. Блин, это уже как работа. Забавно. Моя вторая работа получается. Оу, а, ну да, правильно. Вперед. Опять дождь? Что вы издеваетесь? Офигеть. Блять. 20 минут, шикарно. Вот 5, давай, без дождя. Пиздец. Recommend taking the wet tires in the current conditions. Блин, разобью машину. Ну его нафиг. Нос.
Блин, постоянно. Желтые. Just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Okay, как скажешь. Так, он сказал easy, да, значит может завертеть. А, в принципе, уже нет. Две раз включили, значит уже. Текс, пригласили в игрушку, сейчас поиграем. Thank you.
Текс. Оказалось, что ребятки не хотят играть, поэтому... Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Full wet. Checks complete. We're ready. Нет, нельзя так. Времени не хватит. Промазал я немножко на времени. Давай, давай, ну. Пш, пш.
Да, я не тяну на элит. Меня парень пригласил в мультиплеер погонять с ними. Но... Что там? Старт. Окей. Выехать. Но я не элита. Они там вообще без всякой помощи едут. Я пока так не могу. У меня АБС-ка включена. Не, без АБС-ки, конечно, веселее. Я пробовал, но нет. ДРС включили, а дождь включили. Thank you.
receive you at the end of this lap. Так, ну вроде-то трассу я знаю неплохо, но носит, к сожалению, носит. Возможно, это еще влажность, но может и не влажность. Так. Конечно, контрольная резина, да, контрольная резина. All set. Everyone clear? Car to track. Так высокий работает? Шикарно.
высокий режим расхода батареи. Или я опять не в этом? Даешь, чтобы ты быстро едешь? А, бот. Скажи мне, открой свой рот. А, у тебя его нет. Ну, поддаешься мне, или ты? Действительно быстро. Ну? Бот. Походу нет. Или да? Что-то я не понял. Юмора? Котик, можно тебя попросить? Таблеточку цитрамона. Не, давай больше. Шандр, спи давай. Нет, вроде я 41, как они делают 41.
Car repairs have set us back a little.
Чё твою мать, ну что ты... Блядство ебаное. Только что нормально ехал, нет? Чё тебя так вертит, сволочь? Ты, блядь. Давай, вытягивай. Да твою мать, а? Идиотизм. Какой же? Еще без ПОП 65. Высокий режим работает на ура. Обогащенка должна работать еще. Отлично. Фу.
Standing by.
And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Leclerc, Hamilton and Max Verstappen. What an incredible practice session. The fun doesn't stop here though. Join us again as the rest of the weekend unfolds. Good day today. Let's have your take on it. There are rumours that you're looking for a contract with another team. Is there any truth to that? Are you hoping things clear up before qualifying? You left some bodywork out there on the track. Great. Well, that's everything.